Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о моей небольшой коллекции от фирмы Essence. Начну я сначала с самого используемого моего продукта. Essence Mating Compact Powder, 12 грамм. Как вы видите, это стоит 16 шекелей, чуть меньше 4 долларов. И у меня он в цвете Light Beige. Шикарная пудра. Единственный минус, на мой взгляд, в том, что здесь нету спонжика. То есть вам надо использовать или кисть, или как бы дополнительный спонжик. Можно его, в принципе, сюда вместить и все. Вот так вот она красиво текстурно выглядит. Вот чуть-чуть я уже отсюда попробовала ее. Вот та, которую я сейчас пользуюсь. Я покупаю сразу несколько, что у меня было. Сейчас мы протестируем цвет. Вот такой вот он. Light beige. Очень хорошо он и зимой, и летом, как на мой взгляд. Очень приятная вот такая пудра. Made in Poland. Сделана в Польше. Я ее обожаю. Как видите, у меня уже тут ямочка. И я использую один за другой. Несмотря на то, что тут очень такая, как говорится, в принципе, легкая, да, упаковка, но она держится хорошо. У меня еще, как говорится, ничего не отвалилось нигде. Все было нормально. А также я экспериментировала с цветами. У меня еще есть пудра номер 04 Perfect Beige. Мне этот цвет немножечко не подошел. Не обращайте внимания, она не рассыпчатая. Это она у меня просто вывалилась с третьего этажа шкафа, самой верхней полки. Вот сейчас мы рядышком тут вот попробуем вот такой вот цвет. Вот. Этот тем, которым я пользуюсь, номер 10, вот Light Beige, и вот это 04 Perfect Beige. Так Light Beige мне подходит больше. Ну, это разбилось, но не страшно. И также можно пользоваться этой кисточкой. На всякий случай она у меня лежит, если понадобится. Вот это единственный случай, что сколько я уже пользуюсь этой фирмой с тех пор, как она вышла, что у меня упала она и разбилась. И самое интересное, посмотрите, что пудра разбилась, а сама коробочка целенькая, ничего в ней не разбилось. Ну, это не так важно. Следующий вот такой вот миленький карандашик для губ. Номер 03 Yummy Berry. Сейчас мы тоже глянем, где он сделан. Made in Poland. Он стоил 8 шекелей. Это где-то 2 доллара. И сейчас мы попробуем вот этот вот его цвет. Вот такой вот он. Очень красивый, яркий, насыщенный цвет. Действительно, как ягодка. Вкусная ягодка. То есть его можно и как к какой-то помадке, или просто вместо помады, как саму помаду. Он выдвигается, закручивается. Очень приятный цвет. Хорошо держится. Long lasting написано. Lip liner. Шикарно держится. И также у меня вот такая вот помадка, которая стоила 13 шекелей. Это где-то 3 доллара. Номер 03. Называется Come Naturally. Натуральный цвет. Сейчас мы тоже глянем, где она сделана. Помадка эта сделана в Италии. Вот написано. Made in Italy. Помадка это из линейки Nude. Обожаю этот цвет. Посмотрите, сколько я уже ее использовала. Я практически дошла уже до рисунка. Обожаю этот цвет. Он действительно вот такой вот нюд. Между коричневато-сероватым, сиреневатым. И такой нежно-нежно у него блеск. На губах его практически не видно. Вот он. Обалденный. Очень красивый. Очень красивый нюд. По-моему, это самый темный цвет из всех нюдов, которые там были. Но он просто шикарный. И давайте глянем, сколько здесь граммов. Здесь 3 грамма. Что я вам хочу сказать, что это совсем немало, потому что я уже пользуюсь достаточно долго. И смотрите, какой еще кусок остался. Вот. Следующее. У меня вот такой вот блеск для губ. К сожалению, надпись стерлась. Объясню вам, когда пользуетесь кремом от загара и на руках. На руке он, если остается, и берете что-то в руки, оно все стирает. Поэтому сама надпись тут стерлась. Но здесь осталось. Это номер 26. Twinkle Twinkle называется.
где она сделана, к сожалению, уже не видно, тут все стерто. Но цвет мы можем посмотреть. Это Extra 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 Large Shine. У них очень прикольные такие блески. Вот он. Видите, какая красота. Это тоже нюд. Но он такой преподает блеск. То есть можно его как... Если вы любите просто, чтобы губки как бы блестели, можно его сам по себе. Или сверху на какую-то матовую помадку. Вот такой вот у него спонжик мягенький. Чем-то мне напоминает спонжик от Golden Rose. Вот мягенький, такой приятненький. Это вот такой вот красивый блеск. Вы видите, сколько я уже использовала его. Прекрасный вот он. Следующая. Это тушь для ресниц. Также за около $3. Get Big Lashes. 3 Triple Black. Маскара. Шикарная тушь, на мой взгляд. Также сделана в Италии. Я ей пользуюсь очень-очень-очень долго. Ой, и она все равно у меня в хорошем состоянии. Здесь спонжик вот такой вот красивенький. Это не силиконовый. Потому что большинство из спонжиков там силиконовые. Ну, мне вот нравятся вот такие вот. Хорошо наносится, хорошо держится, хорошо носится. Буду брать еще. И последняя у меня покупочка. Это лак для ногтей за 9 шекелей, где-то $2. Essence Color and Go. Сейчас мы проверим ее цвет. Сверху тут написано Sparkle Sand Effect. И тут вот заклеено, но я смогла прочитать. Номер 156. Me and my lover. Я и мой любимый. И сейчас мы посмотрим. Как всегда, мы пробуем на изоленту, чтобы было видно лучше цвет, чем на бумагу. Вот, немножко фон нам мешает. Вот такая вот плоская кисточка, что довольно хорошо. Не очень узкая, но не очень широкая. И вот так вот мы сейчас его... Смотрите, какой красивый цвет. Я его носила. Да, ноготь немножечко, как говорится, шершавый, так как они говорят sand effect, но это оно не рвет, совершенно не рвет одежду. Очень приятный. Носится довольно хорошо. Такой вот богатый, красивый цвет. Вот все эти помадки, карандашики и блеск, что у меня есть. Еще раз повторю, вот мой блеск и моя любимая пудра от Essence, а также вот эта вот помадка стала одной из моих любимейших. На этом все насчет фирмы Essence. Если у вас есть что-то, вы попробовали что-то более интересное и хотите поделиться, пишите мне в комментариях. До новых встреч!